Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале GamePal Сумкин. Очевидно, но правда. И мы с вами продолжаем проходить Mental Hospital 4. И, по-моему, я здесь уже вроде как был. Скажем так. И начал немножечко не там. Ну да ладно. ПТшечка продолжается. Как-то не очень... Придется пальцем иногда загораживать камеру. Ну или можно просто не бежать, а размеренно ходить, наслаждаться пейзажами, красивыми стенками ободранными, тем, как восстанавливаются руки. Но я этому еще подивился в прошлой серии. Здорово, дверь, спасибо, что вы мне ее открываете. Вы очень добры, спасибо, что кидаете стулья, на них сразу же садятся манекены. Тут даже для манекена все прекрасно сделано. Ага, здорово, манекены. Спасибо, что отошли. Вы очень добры. Так, картины, картины, гардины. Открывай. А, уже не открывают, да? Все, я уже не инкогнито. Не фэ... Чего? А, я помню эту бабеху. К ней можно подойти, это я знаю. Да-да-да-да-да, ты очень страшная бабёха. Так, в толкан, по-моему, зайти нельзя, если не ошибаюсь. Да, в толкан зайти нельзя. По-моему, дверь будет закрыта, если я не ошибаюсь. Я постоянно не ошибаюсь, ребята. Это очень хорошо, что я постоянно не ошибаюсь. Ну, давай, где рука? Ёхарный бабай! Чё-то про эту фигню-то я забыл. Да где дверь? А вот. Все понятно. Бабеха дверь закрыла. Так эта статуэтка еще стоять должна, если не ошибаюсь. Мы ее подобрать тоже должны. А, она в толкане стоит, точно. Там одна будет стоять в толкане, а другая будет стоять на полке. Да, на полке. Рука. Так, вот она. Вот он, этот грибок. Супер. Вот теперь выходить можно. Так, сердечко, кстати, отсюда пропало. Так, камеру давайте выключим, чтобы ее просто так зря не расходовать. Эта камера, эта вещь полезная, пригодится еще. Так... Тут я не помню, какая параша должна произойти. Но постоянно происходит какая-то параша. Это уже закон такой. Так. Это билет на Ибицу. Давай вот в эту дверочку. Дверочка, где эта дверочка? В толкан. Опять там цвет мигает. Я уже говорил, что надо было вызвать монтера. Так что шутка старая, не актуальная. Помнишь, в толкане запрут, если не ошибаюсь. Так, сердечко чего-то опять бьется. Так, подруби-ка камеру. Ну что имеем? Так, опять статуэтка. А, это две разные, это какой-то монстрик уже. Если там был грибок, то это монстрик. По-моему, дверь закрыта, да? Я прав? На удивление открыта. Я ж почему-то с камерой не хожу. Батарейка-то мало. Одна всего. Ходил бы побольше, если бы было побольше батареек. Так. Эту херню я помню. Я помню, что я тут запутался. Так, в толкан давай. Понятно, толкан закрыт. По-моему, и там дверь закрыта, если не ошибаюсь. Я так понимаю, мне от тебя бежать надо, да? Ну, побежали. Извините, ребят, придется нажать, загородить лицо немного. Хотя шо, мои рожи не видели. А в смысле? Ну, мне хана, да?
Получается, мне надо было бежать в толкан, да? Запомним. Бежим в толкан. Даже не надо ускоряться. Просто бежим в толкан. Еще будет долгая загрузка. Да ядрен, А, так меня не убили, меня поймали. То есть меня в любом случае должны были ударить, что ли? Слушай, бабеха, это хорошо, что уже ходить. И ляхами с вами трясти. Задолбало, серьезно. Нифига не хочется заглядываться. Вы ничего не подумайте, я не педофил. Ну, как говорилось в мультике, говорим без ошибок. Ну, разве что немножечко, чуточка. Да, я уже 3 статуэтки собрал. Ты хочешь, чтобы я тебе статуэтки собирал, да? Так не буду я тебе ничего собирать. У меня свои проблемы есть. Меня, может, там дома семья ждет. Хотя нет, я жил один в квартире. Ну, меня ждет две плазмы. Ждут даже. Одна в спальне, по которой постоянно крутят хорроры. В основном паранормальные явления. Это дверь. А по-другому ничего не крутят. Зато там есть дипломы, на которые я смотрю и радуюсь жизни. Не актуально. А, я забыл. Я постоянно забываю, что я могу прыгать. Просто привык, что во многих хоррорах прыгать, ну, как-то через такие нельзя штуки-дрюки. Каких-то можно, каких-то нет. Видите, мне все больше и больше начинают открывать двери. Меня уважают. Меня даже манекены сейчас уважают, сейчас отойдут все, да? Видите, они меня уважают, они просто отходят от меня подальше. И правильно делают. Я живой человек. А они просто куски пластмассы. Или с чего там манекены сделаны. Так, ПТ-шечка. Evil Die. Я уже это где-то видел. А, было, да. А еще тогда Дарт Сидиус говорил. Опять ты. Я тебя еще видел... Где? В подвале тебя еще видел, братан. И ты странно поворачиваешься шею. Так, самое страшное это тут коридор. У него постоянно какой-то параш появляется. Это из толчка сердце бьется, да, так сильно? Да хорош, ну, блин. Чё за голоса постоянно, ребят? Алло. Не страшно, нифига. Так, ладно, давайте включим. Батарейку мне дайте, пожалуйста, граждане. Кресло-качалка. Мне тебе надо собирать? Опять ты. Я тебя видел в одной из комнат. Братан, алло. Чем ты крутишь шею? Это же больно. Стой. Чего? А, это дверь. Ну ладно, допустим. Так. Кто рычит? Кто рычал? Или может у меня живот бурчит? Да нет. Хотя он тоже. Опять ты. Слушай, дай мне руку. Да. Ладно. Называется «Поспешишь, людей не смешишь». В моем случае «Поспешишь, в гробу полежишь». Ну ладно, 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 девчушка, ладно, разберусь я с тобой еще. Долгая загрузка. Очень. Ладно. Опять будем исследовать все. До сих пор меня удивляют его руки, его пальцы особо. Что у него с большим пальцем? Почему все главные, ну, многие главные герои ПТ, они одеты в джинсы с плащом и в синюю футболку?
Или это рубашка, а фиг его знает. Также был одет этот самый, как его, Гарри из Silent Hill. Ведь я знаю, что есть такая игра, которая называется Silent Hill PT, или как-то она вроде того называлась. Так, сейчас опять руки поднимутся, да? Давай, я знаю, ты умеешь. Нет, не хочет, прикинь. Стул, через который не смогу перейти. Спасибо вам большое. Ой, теперь у меня в животе забурлило. Пора покушать. Так. Давайте, отходите. Молодец. Новости, да. Новости России, вот это особенно хорошие новости. Потому что если новости идут на русском языке, значит это по-любому новости России. Значит это очень интересные новости. По-любому что-нибудь про Украину скажут, про Сирию. Хотя, при чем тут Сирия, Украина, даже не Россия. Ну да ладно. Так, сейчас ты выйдешь, да? А, нет, сейчас будет качаться кресло. Жжать. Не смешно. Так, в толкан мы уже не пойдем, потому что мы уже знаем, что нас там ждет. Так что пойдем сразу к выходу. Не испугаешь, я уже здесь был. Что такое? А дверь где? О. Так, сейчас будет бабеха. Мы помним, что она выходит. Так. Эй, я тебя нашел. Алло. Слышь, побег. Я лучше пойду отсюда. Алло, выпустите меня. Граждане. На меня девочка идет. Алло. Алло. Что, издеваетесь надо мной? Выпустите меня. Изыди, сатана. Ладно, пройдем, прорвемся. Что за параша? Не, ну шикардосненько, я снова помер. А что мне делать-то надо? Не через нее перепрыгнуть, что ли, надо? Я немножко не понимаю этого момента. Чё она от меня хочет? Вы что-то хочет и хочет от меня. Может, она меня хочет? Если меня хочет, давайте буду стоять на месте. Ой, коза, ой, коза. Ой, коза и коза. Что ты от меня хочешь? Вот что ты от меня хочешь? Что тебе дать? Камеру тебе мою дать? Ну ты-то в темноте можешь видеть. А я не могу. У тебя преимущество есть. А у меня нет. Так что ладно, ребят, давайте мы, короче... Что мы надо сделать, мы узнаем в следующей серии. Походим там так... Матчем так вот походим, будет вообще хорошо, узнаем, что надо сделать, что ей надо дать, чего не надо ей давать, надо ли ей давать меня, или дать ей пендаля, или перепрыгнуть через нее, или наоборот пролезть через нее, вот, в любом случае все это мы с вами узнаем в следующей серии. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям, подпишись на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, а я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока.